мамка все в соло тащит. Dark Souls 3 затащила с DLC-шками. Bloodborne затащила. И это затащит. Это вниз, это я в курсе. Здесь у нас был Брателло, Брателло нету. А, это нам этот чувак, он здесь же валялся, по-моему, да? Это он под... Иди сюда. У тебя классный друг. Он стрелочный. В самом плохом смысле этого слова. А вас уже тут двое? Ты решил, что ты один не выводишь меня, да? Это нормальное состояние. Ах ты скотина, подлечился, да? Ты еще думаешь, что тебе это поможет? Я знаю, твой учу пока бро с хилками, поэтому не надо здесь. От Зены Королевы Воинов не уйдет никто. Давай, ты скелет, ты стрёмный, я не могу тебе проиграть. Блин, заперто? Что, я что-то тогда не нашла здесь? Так, у меня дилемма. У меня дилемма. Ключ на крыше домика в храме. Сука! Я прям смотрела на этот лут и думала, нахер он мне нужен, я его забирать не буду. Что ж за дебилка, а? Так, сейчас все будет. Я прям на него смотрела и думаю, да нахер он мне нужен? Ладно, не буду забирать, понимаете? Вот сейчас должна быть надпись на экране, знаете, когда два чувака гопника, они такие, лох, это судьба. Я прям смотрела на этот лук, я смотрела и думала, зачем? Потом заберу, как бы мне гнезду надо. Вот нормальная, да? Нет. Чтоб тебя птица уронила за твою оригинальность. Не, не роняй ее, пожалуйста, у нее красненькие волосы, мне нравятся. Отлично. Скотина, блин, почему ты его сразу не забрала? А, да. А я знала про Костя, можете, могли бы мне не говорить. Я как бы так и планировала вообще-то сделать. Я могу хитренько. Просто я решила чуть к гнезду поближе подойти, как бы, вот, я решила. Сама решила я, мне никто ничего не подсказывал. Вообще, подождите, я гнездо на голове приведу в более-менее порядок. Я знаю, что вы меня и так любите. Или ненавидите. Но лучше любить. Мы привыкли к гнезду. Давай свой шар. Я знаю, что он у тебя есть в запасе. Нет? Ну и тогда помирай в бесчестном бою. Танцы, 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 и сводит музыка с ума. Вот надо было, почему он лежал на крыше вот той хрени вот вообще? Так кто ж там ее забыл так специально? Я только за этим, да? Ржавая железная... То есть я сюда перлась для ржавым железным кольцом, и вся, да? А? Кто теперь по воде быстро бегает? Это железное кольцо использовалось для сковывания виновных, все ржавое и немного испачканное кровью. Нашедший это загадочное кольцо, к своему удовольствию обнаружил, что это передвигаться по болотам стало легче. Круто. Я хлоргексидин всегда с собой ношу. Либо мироместин. Вы еще такие всегда пригодятся. Я даже вам могу сказать так, что вот девушку, вот просто задайте вопрос любой девушке, но более-менее адекватно. Вот, если так, аж ты обрабатываешь руки, вот что ты делаешь перед макияжем? И любая адекватная девочка скажет, что у тебя есть либо хлоргексидин, либо мироместин, либо антибактериальный гель. То есть если перед тем, как наносить на лицо макияж, у тебя первый прибор должен быть нормально адекватно продезинфицирован, во-вторых. Нет! Не надо становиться блудецом. Ты гребаные яйца. Че так сложно? Да я сама в шоке. Тёлочки, да ты вообще ни хера не разберешь. С утра помыл лицо с мылом из Димкрас. Чувак, по-моему, ты уже перемил. Что я могу вам сказать, господа? Я сейчас куда-нибудь... Нет, я еще даже живая осталась. О, я куда-то так неплохо свалилась. Ой, как я классно-то свалилась-то. Вау! Как я классно-то спрыгнула.
Так, меня интересует Моргенштерн, и меня интересует талисман. А, ну это типа магия же. А, ну, с острыми шипами на верши, и пример самого глубокого оружия клириков позволяет использовать выпады и вызывать кровотечение. Ощущаешь, как... Ой, куда пойти, куда пойти? Туда пойдешь, счастье найдешь. Сюда пойдешь, ничего не найдешь. Все, сказка закончилась, хватит. Это кто охерел? Ах ты тварь! Я сейчас тебя устрою. Ты у меня еще попляшешь, подожди. А маг одноразовый? Какой-то он уверенной походкой на меня идет. Я тебя сейчас похилю. Хилиться тут только могу я. Ты хвост вверх не отстрелила? Нет. Зачем? Нормальный хвостик. А как мне его отстрелить? В смысле? Может быть, но сейчас не хочу. Хоп! Гоп, стоп! Мы подошли из-за угла. Чует мое карданное сердце, что это гребаный босс. Какой-то из них. Я пока, конечно, могу закончить жизнь суицидом, успеть, но уже нет. А, не, вон они сидят. То роды. Сколько вас? Раз, два. Двоих нормально, вот вообще прям с головой будет. Крутой реально демонический демон. Я таких вообще Dark Souls особо не встречала. Тут вот он прям вел от него. Люлями. Такое чувство, что я на острове просто. По песне. Финальный. Если не пробовать, то и не получится. Блин, серьезно? Господи, когда же можно было бы перемещаться по кострам? Это какое-то мучение. Это прям гемор века. Вот мне если... Вот мамка все в соло тащит. Dark Souls 3 затащила с DLC-шками. Bloodborne затащила. И это затащит. Совершенно, абсолютно. Абсолютно. Мама соло, как же чат. Чат my only for love. Без чата никуда. Чат погладили, чат виляет хвостом. Конечно же, вы мои зайки любимые. Давай, затащим этих грузняков. То есть... Вы серьезно? Батяне, там кому-то подняться нужно, да ёб твоему. Yeah, boy, thanks very much. Вот мне кажется, вы слушаете каждый мой стрим, у меня постоянно менты бегают вокруг, скажут, твою мать, какая-то она нечистая. Я сказала, хвост классный. Я прочитала «Горгулья крокодила». По улице ходила большая крокодила, она зеленая была. Я вообще ничего не видела. А, то есть еще к этим горгульям нужно реально попасть? То есть... Вы серьезно? Это мне вот опять через эту всю орду пробираться туда?
блядь, какой потрясающий проход к боссу. Я прям не могу. Вот я, у меня просто, мне эмоций не остается. Вот как бы серьезно. Каким хером я должна. Блять, это бред какой-то вообще. Самый, не знаю. Самый дерьмовый и големый проход босса, который я видела вообще. Да я не хочу с этими бажами, у них время тратить. Это херня какая-то вообще. Блин, это такой тупой проход к боссу. Я не могу, я реально, я херею. Я просто, это самый дебильный проход к боссу, который был. Вы серьезно, блядь? Ты пока этих мобов завалишь, у меня херово тут шерстусов будет. Какой смысл мне идти туда на боссов вообще? Что за бред? Я на них столько времени сейчас потрачу, у меня вообще на боссов ни хера времени не останется. Да я про... Среди них невозможно пройти. Это так сука тупо. Я не хочу на них время тратить, я уже их валила. Зачем мне еще по 15 тысяч раз их бить для того, чтобы пройти к боссу? Они мне нахер не нужны вообще, абсолютно. Ни один из них. Боже мой, вот эти кривые проходы через вот этих мобов. О боже мой, держите меня семеро. Гори, гори. Где? Пожалуйста, вернись в эту игру. Вам может быть. Мне неудобно. Я не пришла сюда жопу лизать в игре. Угу. Да. Прям охереть, как классно. Блять, не могу его убить, потому что этот вонючий хер. Блять, можно я тебя отойду как-нибудь? Сосновой это слишком просто. Ты смотри, какая очередь фанатов получить мои автографы. А, ну да, ой, а я стала энергичнее как-то. Да, на самом деле не сложно было. God of War — это односюжетная компанийская игра, которая просто должна зайти своей эпичностью и каким-то определенным пафосом. Ну вот я пошла где-то до половины, но, честно сказать, ну как-то... Нет, она, конечно, крутая, там крутая графика, там крутые спецэффекты, но то ли души нету у игры, то есть тебя она так... Ну там нету какого-то мега до супер сюжета, который бы тебя действительно настолько завораживал, что ты бы отказывался от всего остального. Вот я вот вообще не согласен сейчас, ты не прониклась. Ты смотри, а то за такие заявления сейчас... Спасибо, что зашел. Что вообще произошло? Я пока тут все рассказывала, я все забыла. То есть тут, понимаешь, тут опять же, я вот вообще в принципе абсолютно... Ебать. Я не хочу с тобой обниматься. Ты слишком глянцевый. И БДСМа не будет. Что? Что это? Сколько? 3000! Одну куплю, все. Больше даже не просите. Сколько? 20 тысяч? Вы еще... Сколько? Я смотрю на символ Арториаса. Мать совсем уже. Ой, я вот еще 3000 куплю.
Нихрена я тебе не куплю на 3000. Мне уж там сказали, что больше ничего продавать не будут, потому что я слишком странная. Нахер они не нужны все? А что, я тут со всеми, поговорила. Эта женщина несговорчива. О, здорово. Я бы сказала, что не мог. Это кольцо не снимай, сломайте, носи как обручалку вечно. Блин, а ну что, его теперь не снять? Ёпарасете. Повышай здоровье, стойкость, количество приносимого снаряжения, если снять сломать. Блин, а? Да, обручилась с вами. На свою голову, блин. Охренеть просто вообще. Попала же, а? Ты смотри, сколько он загорает, а лежит, а? Слушай, тут как бы чуваки страдают, а ты чё? Вот. Клёвый демон. Я это сделала сама, почти без прокачки. Гифка, гифка. Катана может... Да, пишите на Хавала, чё нам? Сейчас мы пойдем Хавала отожмем. По просьбам наших писателей, читателей. Идем на Хавала. Оп-оп-оп! Оп-оп-оп, пацанчики, пацанчики. А чё, дракона нет? Чё ты, ё-моё? Волосы на спине меня немножко подпалило. Я ещё так хавал ушла. Куда я пришла? О, господи, куда меня нечистая завела? Грёбаный нормальный адрес, а не вот это ШБ, МНК, МБШ, хер знает куда. Так он теперь тут стоит? Я ни хера не понимаю, что делать. Блин, вот женщина. Шла-шла-шла, такая вспомнила. Ой, я вернусь. Куда я иду вообще? Женщина пошла такая, а? А? А-а-а! Да, сейчас на Хавала пойдем. Блин, как же мне на этого, на Хавала-то быстрее сходить? Ядрёна Бона, мать. Сейчас будет очень весело. Господи, тут еще дверь, боже мой, ёшкин кот, офигеть, тут просто всех вещей много очень, я шоке. Только все открывается, закрывается, куда-то туда. То есть хоп-хоп, и вот тебе в рот. У меня нет этого значка «Вослась солнце». Я могу сказать «Хай солнце», если душа является источником любой жизни, чем суть человечности. Действительно. О, я тебя спасла, чувак. Brilliant. Fuck you. Слушай, ты не мутный ли, чувачок? Thank you. I'm so... Где моя награда? Give me money. Да как? Я тебя, блядь, бью. Ебать, ты серьезно? Собака, ты ебнутая какая-то. Нахер все. Круто. Блин, они круто так эти сделали все штуки. Торговец. Хуй с торговец. О, здорово. Бля, что? А вы не видели, как я кабана завалила? Кабана я очень классно завалила. Вот так вот, да. А, блин, костер. А, ладно, в следующий раз уже буду бежать. Сделаю. Ой. Ах ты, сучий змей. Это очень мало. Ну, это потому что... Я встала криво. Там места нету ни хрена, и он не крутится ни хрена. Блин, ну, чувак, серьезно. Только что ж нормальный бред какой-то вообще. Twinkle, twinkle, I want to you. Многие вспомнят, а некоторые сплакнут. Сейчас будет. Блин, ну это капец, конечно. Это вообще очень тупо. Я вообще не понимаю, чем... Я же вокруг тебя кружусь. Бухой муж пришел с работы и пытается разобраться со своей женой. Где была сучка? Блин, это бред какой-то, не знаю. Да это херня какая-то вообще абсолютная. Блин, да он бы пипец. Ты видел, какой он каменный был? Мне бы такой каменный быть по жизни. Все. На сегодня хватит. Мама и так с вами сегодня зависла, у меня лучше. Давайте, короче, прощаться на сегодня.
Спасибо всем, кто... Спасибо, что терпите меня, вот что самое главное. Спасибо всем, кто... Я никогда не... Я хер его знает, за что вы меня любите, за что вы меня смотрите, за что вы меня подписываетесь, на твою мать, если вы это делаете, вы реально такие же крутые сумасшедшие, как и я. Скотины, люблю вас до безумия. Пока-пока.